Марк Урванов готовится к бою со спортсменом из Японии. Защищать титул чемпиона мира по версии WBO первоуральский боксер будет на вечере профессионального бокса в Екатеринбурге 10 июля. Соперником будет японец Джин Миура. На его счету 9 побед, а одно поражение. Из 8 побед у него одна победа нокаутом. Он ниже ростом на 5 сантиметров, то есть длиннее рук я, у меня длиннее будут руки, выше рост, поэтому я думаю, что мне будет очень удобно с ним боксировать. Сейчас первоуральский боксер усиленно готовится к поединку. По 3 тренировки в день и специальная диета помогают спортсмену прийти в нужную форму. Первоуралец уже изучил все поединки японца, его сильные и слабые стороны, также наметил тактику. В главном бое вечера выступит тяжеловес, чемпион мира по версии WBA Super World Денис Лебедев. Его соперником станет австралиец Марк Фленаган. Также пройдут бои по смешанным единоборствам с участием Ивана Штыркова и Вадима Кафарова.